Хола, амигос, с вами снова ученик 77, он же дядя Саша, великий, ужасный, мы продолжаем играть в шезлонг в парк. Точнее сказать, симулятор выживания The Long Dark. Я знаю, что неправильно говорить хола, надо говорить ола, но я говорю буил и буду говорить хола. Итак, у нас выживание, незваный гость, я по-прежнему на прибрежном шоссе. Я собрался охотиться на медведя. Так, что тут у нас есть? Пить есть? Пить есть. Есть тоже пока есть. Состояние здоровья удовлетворительное. Сейчас я что-нибудь разрублю. А, нет, уже вечер, не разрублю. Ладно, все, тогда пошли охотиться на медведя. В группу свою никого не приглашаю. А вы все равно туда не пойдете, не нужны вы там никто. Все, кто туда хотел, уже пришел. Вот среди них все и разыграю. А все остальные пошли лесом. Вот так-то. Так, а, я не обогрелся, да? Ладно. А что там, сильное переохлаждение? 4%. Ладно, пошли, переживем. Переживем. Если на медведя не удастся поохотиться, просто пойду в те домики, которых обычно 4, а в данном случае 2. 2 разрушено. Заберу, там у меня, по-моему, шкура валяется. Оленья. Волчачья. И пару зайчачьих. И, по-моему, если все шкуры у меня сейчас волчачьи высохнут, то я себе из них смогу сделать шубу волчачью. Одна штука. Так. Медведь обычно где-то здесь трется. Вот за этой скалой иногда бывает. Иногда не за ней. Если он там, мы сейчас приготовимся. Снимем с себя всю одежду. Оставим бинты и самое необходимое. И будем охотиться на него голиком, чтобы не испортил нашу одежду. Так, медведя пока я не вижу. Ну, как говорится, если мы не видим медведя, это не значит, что медведь не видит нас. Верно? Верно. Сходим по-быстренькому, глянем, где медведь. Возможно же, он ушел как раз туда, к домикам. Он иногда туда ходит. Возможно, он спит в берлоге. Ой, ну в этом случае я даже не знаю, что стоит ли ему в попу стрелять или не стоит. О, там что, березки растут, что ли? Или это галлюцинация? Ну, сейчас поближе подойдем, увидим. Так, вот берложка медвежья. Берложка. В ней. Никогошка. Берложка, никогошка. Да, это березки. Но я, наверное, сейчас их срублю и запихаю в вагончик. И, наверное, что ли, я не знаю, согреюсь. А потом уже пойду за медведем. Так, березки. Русские. Собираем. Один. Два. Три. Они как около медведя растут так. Ишь ты. Так, все, побежали. Побежали, быстренько погреемся, а то ж так можно и окочуриться. Здоровье-то зачем зря тратить, нажитое непосильным трудом? Может, там у времени медведь нарисуется? Ну, медведь где, не знаю. Где-то по своим медвежьим делам ходит. Ему виднее, куда он делся. Его не слыхать, он не рычит, не мычит, где он, не знаю. Тут тоже не видать. Ну, не видать, так не видать. Что я могу поделать? Заходим. Может, деревьев пожевать. Может и пожевать. Кто его знает. Чё кому пожевать. Так, тут у нас ничего интересного нету. Так. Бросить. Это кишки какие? Высушенные. Понятно. Так, а чё, прям так есть нечего? Ну ладно, давай пожри. Давай чуть-чуть пожуй. Хватит. Так. Полк. Поломать что-то? Может, полку поломать? В принципе, спать мне не обязательно. Сколько я ломать буду? Час 57. Это дофига. Я планировал часик чем-нибудь позаниматься. А стул сколько будет ломаться? А руками? 45 минут. Давай. И не сказать, чтобы обогрелись сильно, да? Да. А сколько будем рвать спальник? 3-4 минуты. Давай порвем.
Так, ну тут у нас, так сказать, мрак наступил. Ну сейчас выглянем, что там с медведем. Может, он пришел? Тогда мы будем его приманивать. Будем с приманкой охотиться на рыбку. Так, тут достаточно светло. Никаких медведей близко не видать пока. Иногда он низом ходит, иногда верхом. А, вон медведь. Ура, медведь! Медведь. Так, я пошел раздеваться. Стриптиз для медведя. Так, стриптизик для медведя. Чик. Зашли. Я надеюсь, ты не исчезнешь, медведь. Не исчезай, пожалуйста. Так. Ящик. В него сколько можно запихать? 5 килограмм. Вся одежда не влезет. Так, сюда это ящик? Нет, не ящик, а где? Тут ящик. Вот, ящик. А в него сколько? 15 килограмм. Отлично. Так, все, всю одежду пихаем. Так, и еще запихаем спальник. А то он его иногда рвет. Так, лампу оставим. Ну, нож нам не нужен, топор не нужен. Так, что нам еще не нужно? Еда не нужна. Вода. Так, рыбу одну оставим. Вот эту передадим. Эту оставим. Так, это я все убрал. Так, это мы кидаем. Это все остальное надо, надо, надо. Все, пускай все будет. Палки все тоже перебросим. Они мне нужны. Сколько влезет? Ну, сколько влезет, давай. Ой, 13 влезет, да? Хорошо, передать. Все, я вешу 11 килограмм, отлично. Так, пошли. Сейчас только рыбу мы надкусим, чтобы чуть-чуть медведю оставить. Чик. 60, давай еще. Так, 45. Главное всю не сожрать. 35. Еще. Харе, а то медведь не поведется. Так, мы сейчас мерзнем, ну естественно. Так, все, я пошел охотиться на медведя. Внимание! Внимание, здесь... Бу-а! Надо быть готовым нажать на выход. Медведь? Где медведь? Че, не пошел ко мне? Ах ты ж сучинок. А куда ты пошел? Пока я раздевался, он куда делся? Вот падла. А, вон он. Заново. Ну давай заново. А чё ты ушел-то? Иди сюда, пожалуйста. Я все равно в одежде изображен, хотя и без одежды. Я замерзаю, давай быстрее, а. Главное, чтобы атаковать раньше времени, он меня не начал. Так, и что у нас получается? У нас получается, что я если вот отсюда стреляю, то мне не хватает времени практически, надо вот так, чтобы стоять. Я прям оборачиваюсь, и он на меня нападает. То есть я в него должен стрелять где-то вот здесь, чтобы была моя подкормка. Где-то вот здесь. Хорошо. Мы сюда ее и бросим. Подавись. Ой, далековато. Иди сюда. Так, лишь бы он не в меня побежал. Так, здесь я его плохо вижу. Здесь я его плохо вижу. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Ишь ты, какая хитрая рожа, а. Ха-ха-ха. Какая хитрая рожа. Хитрая рожа, понятно, да. С медведем шутки плохи. Ладно, дубль 2. Ладно, дубль 2. Как он меня сразу атаковать начал. Ишь ты какой. Нет, братишка, так делишки не пойдут. Так, ладно, это мы все оставим. Нож мне пока тоже не нужен. Камень тоже не нужен. Это тоже не нужно. Че, я там 14 килограмм вешу. А че я еще выкидывал? А, еще я выкидывал огнивы. Сколько влезет? 10. Влезет? Влезет. И еще влезет чуть-чуть.
И еще влезет одна. Все, харре. Так, тогда мы сделаем вот так, чтобы нам 10 раз все не выкладывать и не закладывать. Мы сохраним все так вот. Выйдем и заново зайдем. Чтоб чисто хочется на медведя. Вышли. Давай. И зашли. Какой медведь? Коварный тип, а? Ишь ты, какой коварный тип. А, жратву я забыл бросить. Ну ладно, жратву оставим, бог с ней. Бог с ней. Мы сейчас вот эту чуть-чуть откусим. Так. А эту мы здесь бросим. А эту давай еще откусим. Еще давай откусим. Харе. Так, пить. Так, пить. И давай мы опять выйдем, зайдем, чтобы мне потом жратвой не возиться. Мне кажется, с первого раза не получится. Тут главное не прозевать атаку. Не хотелось бы зазря быть порванным. Так, а что, попробуй стрельнуть издалека, и хрен с ним пусть рвет. А вдруг он заднего даст? Ну, даже не знаю, даже не знаю. Даже не знаю. Ну, короче, я понял, что долго смотрит. Он, сука, думает обо мне. И тогда он на меня начинает охотиться. Вот он. Слушай, а если... давай подкрадемся. А, он развернулся. А если в жопу ему зарядить? Ладно, давай на наживку попробуем опять. Только, наверное, блин, как же сделать, чтобы он меня не атаковал? Он же может меня опять атаковать. Так, вот дерево. Дерево. Вот с этого дерева. Он иногда вот сюда куда-то заходит. Может, сюда ему положить? Так вот, стреляю, и сразу чик. Блядь, да он так быстро бежит, чик. Будет тебе чик. Так, вот дерево. А вот так стоять, его ждать не видно. Он сейчас втихаря меня заатакует. Так, куда пошел? Иди сюда. Иди сюда. Так, вот он пошел туда. Ну, короче, я тогда буду за ним следить. Если он побежит, я сразу выхожу. А если он пойдет... вот, здесь я могу... не так. Ну, короче, все. А где он есть? Медведь, ты где, блядь? Ага. Давай, иди, иди. Только не беги на меня, пожалуйста, раньше времени. Так... ну, я зашел. Он меня цепанул. Потеря крови. Однако. Болезнь, потеря крови. Хм. А ничего нету. Интересное. Интересное кино. Ладно. Я не то зажег. Твою мать, ну ладно. Ладно, хрен с ним. Спичку потратил из-за этого вонючего медведя. Так, все, все, давай, все, 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 все. Не, все, 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 все. Так, все, срочно все одевать. Так, одевать. Так, наружнее. Носить. Следующее. Следующее. Нету. Ах, у меня даже. Не понял. У меня что, наружнее только одна? Нифига себе. А я думал, у меня много чего. Так, плюс 0,2. Носить. Такого нету. Ой, да я, оказывается, вообще тут не сильно-то наряженный. А, так, это только сверху. Ну, пусть шляпа сверху, шарф снизу. Так, ага. И вот это я еще могу одеть. Все, оделись. Однако. Так, спичку зря просрал. Ну что, медведь раненый. Сейчас мы, естественно, никуда не попремся. Я не знаю, осталась в нем стрела, не осталась. Понятия не имею. Не имею понятия. Так, у меня воды вообще много при себе. Воды у меня фигушки. Но я буду спать сколько смогу, а потом выпрусь, значит, это. Печку жечь. Все. Так, убираем нашу... а что мне там вообще жрать надо? Надо. Есть. Харе.
Все, убирай свою лампу. И давай спать. Подожди, прежде чем спать, давай посмотрим, что у нас... Не сдох ли вдруг медведь уже? Ну вдруг. Убитых кроликов, убитых волков, убитых медведей. Один. Ладно, 7 часиков. Вылечен риск переохлаждения. 7 часиков, спим 7 часиков, спим 7 часиков. Ха-ха-ха. Как же медведь меня чуть не задрал. Успел меня цепануть лапой. Как он быстро, падла, бежит. Вы проснулись полностью отдохнув. Хорошо. Мы смотрим, что с медведем произошло. Нашим любимейшим медведем. Любимейшим медведем. Любимейшим медведем. Убитых кроликов, убитых медведей. Блин, один! И пить нечего, да? А, есть еще что. А, я проснулся полностью отдохнув, да? Ну, я не знаю. Давай попробуем аккуратненько выйти. И разжечь костерчик. Я не знаю, чем это все может кончиться. Но я готов ко всему. Может быть, меня здесь ждет медведь, и он скажет «Бура!». Так. Но если я его не убил, там стрела должна валяться. Ой, не то нажал. Хотел убрать. Так. А что мы видим? Мы видим, что он ничего не взял. Но крови я что-то не вижу особо, да? Где он там? Вон он. Вон он, мерзавец. Вон он, мерзавец. Не собирался он дохнуть. Ну, сейчас дубль 2 сделаем. Сейчас только немножко этой. Немножко разожжем. Давай. Воды мне надо приготовить. А там и на медведя поохотимся. Может, я в него все-таки попаду уже, наконец. И он сдохнет, падла. Сколько можно? Это уже 2 раза я в него стрелял без толку. 2 раза из него стрела куда-то выпадала. А может, он там со стрелой ходит? Да вряд ли он со стрелой ходит. Ну, можно, конечно, пойти проверить. Сейчас проверим. Сейчас только воды натопим. И все-все проверим. Если он, конечно, не припрется, пока я тут буду топить и не сожрет меня. Так, тепло там? Тепло ли тебе, девица? Не, девица нифига не тепло. И неизвестно, будет ли тепло. Все. Да убери ты. Пока прибавляется температурка. 5, 4, 3, 2, 1, 0 в плюс пошли. А, фиушки остановились. Хорошо, тогда палку срочно. Так, давай, вода. 2 литра. 2 литрика. Так. Где он? Ой, ты твою мать! Какой ужас! Какой ужас! Какой ужас! Ладно. Заново. В общем, с медведем все понятно. Медведь мастерски атакует. Без лишних вопросов. Покинуть прицеп. Так, мне бы водички, мне бы водички. Ну давай литр, что ли, тогда сделаем. Он пришел ко мне без всяких вопросов и сказал «Уа!». Так. Где он есть? Он все там же. Ага. Так, тогда давай, дядь Саш, недолго думая, присаживайся вот здесь. Нет, ну как-нибудь вот так, чтобы ты медведя мог видеть. И разводи тут костерчик. А вон и костерчик вообще. О, стрела моя. Отлично. Сейчас я ее заберу. Он вообще на костерчик пойдет. Стрела кот покатилась. Куда покатилась-то? Главное, чтобы пока я развожу, он меня тут не зажрал. Бля, стрела катится. Котится? Куда ты котишься? Не котись. Мне тебя надо забрать. Бля, котится, а? Да не катись ты. Где медведь, я не пойму. Я тут пока костер развожу, он меня сейчас зажрет. Бля, стрела катится и катится, а? Вот падла. Так, ладно, это все хорошо. Не знаю, перфект или не перфект. Мне все равно. Меня больше интересует, где медвежатина находится.
Вот она, да? И она, по-моему... И она, по-моему, решила меня жрать. По-бырому. Ой-ой-ой-ой, страх-то какой, он радиоактивный. Не-не-не, выйти. Ух, какой! Так, значит, как ж тебя, падлу, замочить-то, а? Ты гля, какой дерзкий. А если ползти? Если ползти к нему? Если к нему ползти? Так, сейчас... воды у меня нету. Ползти. Сейчас ты к нему приползешь, будет тебе. Да что ты... Дайте выйти-то мне отсюда. Дайте выйти. Так, ну не знаю, не знаю. Стрела валяется, медведь там, да? Если попробовать к нему подойти, в жопу ему зарядить. А стрела где? А, вот она. Сейчас проверим, насколько он, так сказать, меня заметит. Я вот его буду обходить. Почует он меня или не почует? Я думаю, что почует. Я думаю, без вопросов почует вообще. Они же в эту, как ее, погоду особо дерзкие, ребята. Сейчас я его попробую обойти. И зарядить ему в жопень. Вот, допустим, я встал в сторонке. Стою, допустим. Что делает медведь? Пока он меня не видит. Но это пока. Он сейчас может круто повернуть. Ага, я понял. Нет, в такую погоду на них охотиться бессмысленно. Они особо опасны. Так, как же мне тогда, блин, себе водички-то сделать, а? Мишань, мне как-то себе водички. Костер-то я. В помещении нельзя разжигать костер. Ну, можно вот туда подальше отойти. Туда и подальше. Может, он туда не припрёс. Ну, сейчас попробую пойти отойти подальше. Да, Мишань-то какой дерзкий. Вообще, сразу видит и кидается. Стрела, стрела, стрела. А почему в этот раз одна, в тот раз было две? А он меня, наверное, видит, да? О, 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 у него глюки какие-то. О, не знает, куда пойти. А на эту ты пойдешь на подкормку? Не? О, о, глюкует, глюкует, не знает, куда идти, скрипт тупит. Жаль, я не могу сидя стрелять, я бы в тебя сидя зарядил. Так, стоим, ждем. Пойдет ли медведь? Чет? Не, медведь никуда не собирается, его клинануло. Его клинануло. Попробуй в него издалека попасть. Да шо, я снайпер, что ли, издалека в него попадать? Вот с такого расстояния попадешь, вот, ну, с учетом настильной траектории, как-то выше стрелять. Да не попаду я с такого расстояния. Ладно, сейчас еще раз посмотрим, как себя ведет медведь. Ну, просто интересно, будет ли он интересоваться моей. Или не будет. Да, отсюда я в него не попаду. Он сейчас пойдет вверх, а оттуда он меня будет атаковать, да? Да, знаем мы его дурные манеры. Смотри, 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 сейчас он тебя обойдет и начнет атаковать. Только не проморгай, главное. Не, вот он. Вот он. Так, я могу зайти, да? Блин. Блин, блин, блин. А вдруг он в такую погоду еще быстрее бегает? Тяжелый ушиб. Фу! А в медведя попал. Да. Тяжелый ушиб, сохранение. Все понятно. А есть что это лечить? Нету. И воды в организме с Гулькин Хэ. Ну давай спать. Давай спать. Я не знаю, что делать. Давай поспим. Давай 2 часа. А, вы не настолько устали. Блин. Ну давай тогда топор точить. Я, оказывается, не устал. Ну хрен с ним. Ну, медведь, конечно же, не сдох, естественно. Такого быть не может, чтобы он сдох.
Так. Навыки Заши возросли. Навыки у вас огромные. Блин, теперь надо, чтобы он ушел, а то он меня там будет ждать своими светящимися глазами, а мне что делать? Я уже в него третий раз попал, он же должен когда-нибудь сдохнуть. Это в конце концов нечестно. Так, навыки возросли до 88%. Так, точильному камню 5%. А ну чё я не забрал точильный камень, когда был на АЗС? Чё ты такой глупый, дядь Саш? Можно поспать часик? Можно. Так, ну все, теперь пойдем, не знаю, пытаться топить воду. Выхода нету. Не знаю, что там с медведем. Тут все еще сияние. Он там, походу, в угаре. В полнейшем. Так, 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 смотрим. Убитых медведей. Да хрен тебе, один он. Так, ну я попробую выйти. Это, конечно, очень опасно. Мне надо воды. Так, покинуть прицеп. Ну, я не знаю, я присяду. Я покину. Если что, я сразу нажимаю на эскейп. Ну, конечно, может на меня накинуться. Ну, накинется, значит, будем играть. То это все не считается. Так, быстро, где медведь? Стрела. Если он сдох, там должна... Ой, то есть, если он не сдох, так он на меня кидался. Я не слышу ничего. А, вон он идет, да? А, вон он идет, да. Вон он идет. Так, стрела моя где? Вон его вижу, жопень. Он сюда идет. Глаза, что ли, светятся или жопа? Если я в него не попал, то есть если ему не вариант умереть, да, вот на стрела, он не сдохнет. Он не сдохнет. Третий раз все напрасно. Ну, мне, короче, надо разводить огонь. Я ничего не знаю. Я сейчас прям буду вот тут у двери разводить. Если он будет приближаться, я уйду. Мне вода нужна. Я, как понимаю, ему сейчас этот пофигу. Огонь, не огонь, ему плевать. Ему плевать. Блин, ну я пока буду огонь разводить, он же может меня атаковать. Верно, он уже близко достаточно. И я сейчас в безвыходном положении. Хотя быстро нажать на эскейп, раз, потом второй. Лишь бы он атаковал не бесшумно. Медведь, атакуй нормально, как человек. Блять, он приближается уже. Он приближается уже. Чё там есть? Покажите медведя. Где он? Заходи, заходи, заходи. Ой, зашел, ура! Ура, зашел. Фу. Ой, господи. Господа. Сколько у меня здоровья? 18%. Сколько у меня будет теряться? Сейчас проверим. Так, что я могу сделать? Вылечено риск переохлаждения. Давай что-нибудь сломаю, погляжу, сколько это времени займет. Допустим, полка. 1:57. Сломал. Там утро. Сияние кончилось. Сколько у меня здоровья? 13. Так, пошли, пошли. Что там с медведем? Он, наверное, отвалил. Не поем, умру. Я тут все не сделаю, умру. Так, вот это жрать. Ща поешь, сейчас медведя сделаем. Ща медвежаку сделаем, все нормально будет. Так. Выход, выход, выход. Я ничего не вижу, я ничего не вижу. Дайте, а там фа... Да там же моя это погасла, блин. Там моя лампа. Моя погасла, конечно же, или нет? Да погасла, там вон ветер какой дует. Так. Тихонечко выползаем. Тут медведь стоит, ждет меня. Мой любимый. Нет? Да? Нет? Ну? Ну? Костер погас, вообще ничего не видать. Медведь не знаю где. Что делать не знаю. Куда идти не знаю, пить нечего. Короче, жопень какая-то. Так, где у меня защита от ветра? Где защита от ветра?
Блин, вообще темнота. О, вот здесь показывает, да? Так, вот здесь сейчас была защита от ветра, нет? Ну, была что, что защита от ветра. Так, ну, не знаю, что делать. Будем разводить костер. Делать больше нечего. Разжигаем. Гори, гори, ясно. Так, тут у нас, значит, начака. Медведяка где-то бродит. Убить его не получается. Здоровья мало, жрать нечего. Опять какой-то капец. Да как хорошо все начиналось, а? Это он, сука, у меня по чуть-чуть здоровья отнял. Раз меня долбанул, второй раз долбанул. А сколько я в него уже стрелял? Два раза или три? И все, и все без толку. Дайте мне уже воды хоть сколько-нибудь. У меня же плохо все. Так, риск переохлаждения, болезнь. Тут, наверное, минусяка конкретная, да? Ой, я в красную зону ушел. Да что ты, блядь, будешь делать, а? 8%, 7 градусов. Как мне это все это достало? Ой, сдохну я сейчас, я чую. Чую, сдохну. Так, не дайте я заново. Я хотя бы выйду и сразу разожгу эту фигню, чтобы хоть здоровье у меня последнее не ушло. Так, на чем я тут остановился? Что я заперся, да? Сразу. После медведя. А, я сразу заперся после медведя. Он там неизвестно, что делает, да? А если я сейчас выйду сразу? Он меня сожрет, конечно же, да? Да мне пофигу. Что будет? Будет что? Где медведь? А, вон он. Не-не-не, я захожу. Я захожу. Я тебя понял. Я тебя понял. Так. Болезнь, риск переохлаждения. Блин, чем же мне заняться-то? Чтобы у меня и здоровье сильно не покосилось. Я что там, топор точил? Или это уже в прошлом было? Нет, это уже в прошлом. Действие. Собрать. Так. Хорошо, собрали. Что тут у нас? У нас еще сияние. Нам надо дождаться, чтобы медвежопина это... Ну, безумство перестало, чтобы сияние прошло. Так, давай мы разберем старую подушку. Это у нас 11 минут. Сияние не прошло еще. Так, значит, медвежопина безумствует по-прежнему. Так, давай попробуем какую-нибудь одежу починить. Так, ну, допустим, вот эту. Действие ремонт. А, все, сияние прошло, да? Все, пошли, может, там еще фонарик... Может, там еще этот костер горит. Надеюсь, что медвежопина ушла. Так, ну, ушла ты или нет, медвежопина? Ну? Да по идее ушла. А там кто его знает? Так. Не видать, да? Ну, вроде не видать, а там кто его знает? Что, у меня вообще тепло? Нет пока. Минус 3, минус 2. О, нормально. Все, в аду. В аду срочно. Так. Вот как мы медвежопину чуть-чуть обмануть сумели. И здоровье себе немножко побольше оставили. Так, ну как мне быть с ним? Мне же его надо застрелить. Че он такой незастреляемый? Это как-то все несерьезно. Так, и, наверное, сожрем и вот эту, поскольку мы коцаемся. Нам коцаться не хотелось бы вообще ни капли. Так, продолжаем с водой. Продолжаем. Так, пожалуйста, не надо мне костер гасить. Дайте мне воды натопить нормально, а? Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуточку. Так, костер, ой, температура в минус пошла, да? Так, а есть что мне в него добавить? Есть.
Ничего, у меня больше нету. Вверх пошла, отлично. Но его сейчас, наверное, погасит. Я чую. Я чую, его сейчас погасит. Пока не погасило, да? Хорошо. Пока есть возможность, запасаемся водой. Никогда еще так не был голоден. Ну, ничем не могу помочь, мать. Ничем. Жрать пока нечего. Пока нечего жрать, мать. Держись. Сейчас будем опять на медвежопину охотиться. Так, все, водой я обтопился. Ясный день. Стрела. Где медведь? Ну так, дайте-ка я на всякий случай сохранюсь. Чик. Вот так. Чтобы мне потом заново всю эту воду не кипятить. Все, выходим. Так, пошли искать медведя. Все, сейчас быстро ищем медведя. Я его убью. Может он спать? Может он спать пошел после сияния? Может он нормальный мужик? Отгулял ночь, да пошел поспать. Как все человеческие медведи, которые себя нормально ведут. Так. 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 Медведь. А где у него берлога? Вот она. А его здесь нету. А где же он есть? Ай, куда ты делся, дорогой мой друг? Где тебя найти? О, медведь. А можно от него как-то скрыться, чтобы он меня не атаковал? Или нельзя? Нет такой опции скрыться от медведя? Нет, тут ты от него явно не скроешься. Где он? Где он? Где он? Где он? Ладно, заново. С того момента, как я в вагончике, я знаю, где он находится. А как бы его к себе приманить? Как бы его к себе приманить? А чё он вообще не спит? Ходит, ходит, блядь, не спит. Так, температура у нас. А чё нам по части еды? Жрать нам нечего. Калорий у нас в организме всего лишь 75. Так. Тихо. Ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. На часик поспать можно? Давай, часик поспим. Калорий хватит. Вот, пойдем искать медведя. Там, может, будет чуть-чуть потеплее, а может и не будет, я не знаю. Так, выпили. Прекрасно. Пошли искать медведя. Ничего не показывает, сколько у меня стрел. Сколько у меня стрел? 5. Ой, это плохая. Это надо бросить. Пусть тут валяется. А то я все время только ей стреляю. А она уже сильно коцанная. Так, медведь. Какой уже тысячный раз. Ты должен сдохнуть. Костер горит. Костер горит. А медведь где? Костер горит, а сердце плачет. Так, а он, наверное, там теперь, вдалеке, да? Он типа ушел такой деловой и ходит там. Спать он типа не лег. Не, какой там спать? Не дождешься. И где-то он тут-то бродит. Да? А если зайти сверху в него пульнуть, когда он будет идти? Я как-то раз так пытался делать. Короче, я понял, он туда пошел. Он пошел туда. У него тут это, своя медвежья тропа, и он по ней ходит. Можно попробовать в него зарядить сверху. Возможно, он меня не увидит и убежит. Так, я замерзаю, но медленно. Так, тут медведя не видать. А возможно, он тебя увидит и сожрет. Ты же знаешь, какие они умные падлы. Так, палочек немножко соберем. Не повредит.
Да, чё там прям так холодно? Так, ищем медведя. Ищем медведя. Ищем медведя. Ищем медведя. Тут его не видать. И следов его не видать, да? Ну, это еще не значит, что он тут не прошел. Ты же знаешь, как появляются волки. Хоба и появились. А следов нету, что он шел. Такая же фигня может быть и с медведем. Сейчас хоба, а он тут-то. И здравствуй, попа. Новый год. Я товарищ директор того этого. Так, ну к домикам там я пришел. Пришел. А что мне тут делать, я не знаю. Медведя здесь не видать. Пока что. Так, ну шкуры заберу, не знаю. Ну кроликов, наверное, буду ловить. Дожрать их. Больше делать нечего. Пока здоровье еще не в полной попе, придется долбануть кролика. Так, вон там он какой-то один бегает. Сейчас мы здесь глянем, здесь медведь не идет. Медведь, ты тут не идешь? А то я раз тут волка лутал, а тут такой хоба, медведь чешет. Такой, здравствуйте, дорогой Александр. Мне было очень приятно. Так, кролик. Ну тогда давай кролика. Долбанем кролика и зайдем в домик. Так, медвежотины не видать. Куда-то он запропал. Так, куда кролик двигается? Куда двигается наш дорогой друг кролик? Он двигается пока от нас. От нас он двигается весьма активно. А как насчет двигаться к нам? У нас мало здоровья, кролик. У нас мало времени. Давай-давай, возвращайся. Нам срочно нужно твое мясо. Так, кролик. Куда делся? Ой, кролик-баран куда-то чешет не в ту сторону, а? Ну сколько можно? Возвращайся. Меня глянь, чего? Меня глянь, 11%. Я сейчас в красную зону зайду, и все. А, ой. Ой, он уже возвращается. Ой, он уже возвращается. И ты в него не попал. Поздравляю. Поздравляю. Сейчас тебе будет красная зона. Чё ты не зашел сразу в дом-то, не сохранился? Чё ты, блядь, пошел с кроликами драться, а? Вот ты баран. Ну все, все, сейчас ты будешь дохнуть. Поздравляю. Ты опять довел до красной зоны. Вот осел-то, а. Не, ну как можно быть таким ослом, я не понимаю. Ты сейчас в кролика хрен попадешь, потому что гля, как он чешет. Ну, с такого расстояния ты в него уверен, что попадешь? Да нет, конечно. Все. Так, нет, дорогие друзья, мы, наверное, на этом прервем наше увлекательное шоу, потому что все это заходит далеко, у меня уже 7%, я сейчас тут сдохну. Так, в общем, все, смотрите продолжение, начну с того вагончика, с которого я пытался убить медведя. Все, всем пока, с вами был ученик 77, адьос, амиго.